Губернатор Приморья Олег Кожемяка на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о поддержке бойцов СВО и их семей, которую оказывают в крае. Глава региона отметил, что многие приморцы добровольно встали на защиту Родины. В крае налажены поставки техники и снаряжения для военнослужащих. Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, по которому мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили. Мы уже передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и в Министерство обороны. Они уже там составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили. Так будет проще, потому что у каждого важны свои каналы поставок, свои каналы доставки. Министерство обороны здесь нам помогает в доставке. Вот. Мы и гражданским транспортом отправляем. Я думаю, что это будет лучше для всех. Но и каждый субъект, чтобы все равно отправляет своим землякам. Да, вот. Поэтому здесь я прошу поддержать эти решения с тем, чтобы они были более эффективны и не препятствовали нашей уже отлаженной работе, которую мы ведем. А так мы провели все необходимые выплаты семьям военнослужащим, администрации на местах оказывают им содействие в решении социальных и бытовых задач. Очень нам помогают волонтеры и неравнодушные граждане. В общем, с этими задачами регион справляется собственными силами. Мы будем дальше продолжать эту работу.